Сезон еще не закончен, но в элитной лиге все позади. Финал областного чемпионата среди сильнейших волейбольных команд завершился в цитадели российских этапов мировой лиги и гран-при. В этом году, правда, на центральной арене Дворца спорта «Янтарный» сыграют только женские национальные сборные. А пока все внимание мужчинам на малой арене Дворца спорта. Благо в чемпионате региона есть на что посмотреть. И кому? Внушительное количество зрителей увидели добротные матчи «Лукойла», «Принципа», «Динамо Таможни» и «Золотой кометы». Спонсорам, к слову, пора задуматься. В их распоряжении благодатная почва для поддержки и продвижения своего бизнеса. Во-первых, интеллигентный вид спорта. Во-вторых, у нас волейбольный дворец спорта один из лучших в России, даже лучший. Ну, мы должны стараться показать волейбол в лучшем виде. Нефтяники, к слову, одержали непростую победу над подопечными наставника областной спортшколы по игровым видам спорта Владимира Алексеева. 3-1. Неберущимися подачами сыпал только что выступавший перед нами экспертом трехкратный чемпион страны Андрей Ткаченко. И это было характерно не только для решающих разборок между лидерами. Свой рисунок, и везде он разный. Свои обстоятельства, которые каждая команда учитывает в каждой игре. Это все интересно, это все захватывающе. Конечно, лидеры чемпионата «Таможня», «Динамо» и «Золотая комета», которые недавно играли за суперкубок. Следом на центральную площадку вышли как раз действующие чемпионы из «Золотой кометы» и признанные фавориты из «Динамо Таможни». Игра на равных, но равнее все-таки оказались динамовцы, дожимавшие соперника в трех партиях из четырех. Посмотрим, как это было в нашей рубрике «Без комментариев».